что здесь написано. Инверторный внешний 4G адаптер, поддерживающий коммуникацию не больше 10 устройств. Отлично. Давайте заглянем, как он выглядит. Huawei. Так, смотрим. Вот у нас слот под сим-карту. Так, а вот и сам радиомодуль. Называется модель ME909S-120. Так, и вот антенна наша, да? Видим такую панельку квадратную. Это и есть приемная антенна 4G. На такой вот плате. Все организовано вот таким сэндвичем. Прикольно. IP65. Вот такой вот 4G донгл. По размерам точно такой же, как и Wi-Fi мониторинг.